другим проблемным дом, ЖСК «Сигнал». Первое, что там все-таки сделали, это создали ЖСК. Мы работаем только с ЖСК. Мы не будем работать ни с фондом, ни с кем, только с ЖСК. Это первое. На сегодняшний момент ЖСК там создана на «Сигнале», им передали незавершенку через конкурсную управляющую. Администрация оформила земельный участок под этот незавершенку, включая ту часть, которая не была дооформлена. Получили все тех условия. На сегодняшний день там ситуация была следующим образом. Необходимые затраты на достройку. Представляете, где ЖСК «Сигнал»? Да. Да ладно. Большая Горная и Вольская. Как едешь, сразу видно. Дом Павлова. В хорошем смысле этого слова. Значит, затраты на достройку, они не секретные, они составляют порядка 130 миллионов. Вполне сравнимые с вашим. Вполне сравнимые. На сегодняшний момент у нас на выходе договор генподряда и договор инвестирования. Администрация города через правительство области выделяет земельный участок нам в качестве компенсации части затрат. И мы забираем остатки площадей, которые остались в этом доме. Там есть разборка некоторая и так далее. Конечно, в итоге у нас проект складывается примерно на 130 миллионов. И с октября месяца мы начнем его строить. К концу 2017 года сдадим.